Всем привет, друзья! Сегодня я хотел бы вам представить обзор на модель от компании SM на новинку под номером 32003 и 16-29. Первое, что мы видим, это большой, красивый, красочный боксер. Далее у нас идет коробка из плотного картона. И внутри у нас пакет с литниками, инструкция. Модель у нас в 32 масштабе, многие уже знают. Всем все хорошо зарекомендовали, хорошо зашли на рынок с 32 масштабом, и это радует нас, любителей моделистов, любителей моделизма, любителей сборных моделей. Потому что 32 масштабе у нас мало кто выпускает модели, и тут компания 7 очень удачно выпустила серию моделей. Это у нас E16, Чайка, Брюкер. Так, давайте покажу номера красок, которые предлагаются нам для окраски данной модели. Вот они. Ну и первое, что у нас здесь. Технические характеристики. Литники. Красным показываются детали, которые не используются при сборке модели. Ну и далее прошла сборка. Сборка, я думаю, вам не составит сложности. Во-первых, это давайте начнем с того, что модель начала войны. Модель это у нас не модель, а вообще сам самолет, он был очень простой в плане технических, каких-либо там особо наворотов в нем не было, поэтому во внутреннем исполнении, то есть две кабины, там практически таких нету, детализации такой, потому что там, ну, по сути, там нет ничего, не было. Такой простой самолет начала войны, встретили очень серьезно противника. Далее. Каждый шаг описан очень подробно, да и вообще не составит вам проблем сборка данной модели. Потому что модель уже много собрана. Не эта модификация, другая, но они, думаю, не сильно отличаются. И здесь у нас 4 варианта. Первый это зимой весна 42, зимой весна 43, дальше осень 41 и 41. Ну и теперь по поводу наших литников. Вообще хочу обратить внимание, что хоть эта модель у нас и в 32 масштабе, ну, так как сам по себе был самолет не очень большой, то и размеры его будут в 32 масштабе не очень большие. А именно примерно 15 сантиметров. Фюзеляж отлит, все шикарно. Никаких проблем, дефектов на нем нет. Дальше. Вообще данный литник чистенький, все хорошо. Каких-либо дефектов на данном литнике не обнаружено. Дальше следующий литник у нас будет литник с крыльями. Размах крыла четко виден, какой здесь у нас по размаху достаточно большой, 5-10, так, нет, по сантиметрам, так, коврик, сейчас скажу вам точно, 5-10-15-20-25, ну примерно 30 сантиметров размах крыла, меньше там 3-27 примерно. Вот, ну, достаточно большой самолет, то есть что сказать, 32 масштаб. Вот, ну, данный литник также скажу, сымитировано, все хорошо сделано, тут у нас, правильно сказать, это сымитирован провис полотна, то есть он сделан очень удачно, и это при окраске можно немножко поработать с цветами, толкатели на внутренних частях элементов. Дальше раз два литника покажу, это у нас, я так понимаю, детали двигателей и вооружения. Вооружение у нас даны здесь РСы. Реактивные снаряды. На данных литниках также все чисто. На них присутствует большое количество мелких деталей, короты, которые пролиты замечательно. Поэтому, скажу так, проблемы они вам не доставят. Вообще эта модель хорошая уже. Существует большое количество собранных моделей. И в журналах читал отзывы. Только положительные отзывы. Думаю, что вам это интересно, потому что
Действительно хороший самолет. Хороший модель, хороший самолет. Так, ну и здесь у нас детали приборной панели и остекление. Остекление стеклопрозрачное, но скажу так, что оно особо не повлияет на обзорность кабины, так как данный истребитель, он у нас является с открытой кабиной. И через открытую кабину все будет прекрасно видно. На этом завершу свой обзор. Вот. Если вы любите авиацию в 32 масштабе, то данная модель обязательно должна быть у вас на полке. Всем спасибо, всем пока.